после атаки цели с ведомым начали выполнять маневр, вывод из атаки. И в ведомого влетела ракета, поразила ему двигатель. Летчик, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину, начал выходить вперед. При выходе вперед, когда я его отыскивал по зеркалам заднего обзора слева, наблюдал пуск второй ракеты, после чего дал команду ему выходить вперед и начал отстрел инфракрасных ловушек и заходить к нему сзади. Наблюдал, как ракета уходила под меня сзади на инфракрасную ловушку и одновременно, как выходит вперед ведомый летчик. Набрали высоту, возвращались на аэродром. Весь этот процесс я наблюдал за ним, за его действиями, только командами помогал ему выправить самолет, так как у него отказало все оборудование, перестали работать приборы контроля двигателей и самолет. Летчик, сохраняя хладнокровие, также продолжал выполнять задание до посадки. На посадке у ведомого произошло разрушение левого пневматика, на что ему своевременно была подана команда. Он ее машину удержал на полосе, спокойно остановился в пределах полосы для того, чтобы не мешать другим самолетам заходить на посадку. Освободил полосу влево, прижался влево, и обеспечил тем самым посадку всем остальным самолетам, которые заходили за ним.